Народ, всем привет, вы снова у нас на канале. И новый день, и новый видос. И сегодня мы совмещаем две песни из разных веков. Первый трек — это Виктор Цой. Второй — это трек Коржа «Горы по колено». Знаешь, горы по колено, горы по колено, горы по колено. По-моему, будет пушка, ребята. Смотрим. Короче, вот приехали на студию. Тимур сегодня наш. Привет. Здорово. Привет, пацаны. Здорово. Тимур сегодня наш студий-записчик. Ну, короче, занимаюсь музыкой где-то 2 года. Угу. Сам продвигаюсь, свожу ребят. Студию организовал. Микрофон АКГ-420. Все оттуда видно. Все пока. Дорого стоит. Ну так, относительно. Нормально, да? Блин, да. Скажи, балдежный вообще. Круто, да? Это типа поролон или что? Да, звукоотталкивающий. То есть ночью можно орать? Не да будет. Вообще, ну у нас тут были ситуации, да, всякие разные. Сегодня мы хотим на минус Коржа «Горы по колено» будем Цоя слова перемен. Биток есть у нас, короче, Коржа. Пока сюда долго, в порядке. Да, как мы долго. Все, понятно. Отлично. Слетели. Ну все, короче, Макс записывается там. Эй! Попробуем сначала. Готов? Трек будем делить на несколько частей, на несколько кусков, чтобы тебе воздуха хватало. Короче, Макс сразу дабл будет делать. Теперь припев в 3 дороги, да? Давай даже в 4 запишем. Чтобы наверняка, да. Красава, давай 4-й раз. Красава, последний разочек осталось и с припевом закончить. Все отстрелялся. Перемен требуют наши глаза. Красава, Макс, закончил. Вообще да, по кайфу красавчик. Получается. Вообще. Промазал. Давай, короче, промазал. Смотри. Дай разделим. До коробки. Да, короче. До коробки. И разделим, да, а то тебе воздуха не хватит. Блин, промазал. Делаем сразу дабл, короче, чтобы потом не париться, чтобы на всю песню сейчас подряд сразу споет. Биток вообще кайф, да? Да. Причем Цой прям под него, как бы, текст. Да, ты вначале прям так тихо зачитал. Да, да, да. Давай погромче чуть-чуть и попадай. Говорю, погромче чуть-чуть и попадай. Готов? Погоди, я просто слова не терпел. А, ты не те? А. Он не те, да. Не те слова. Если тут все стало понятно. Сейчас будем делать бэки. Основные моменты, на которые ты хочешь акцент сделать. Да ему телефон даже. Да, да, нормально тебя слышу. Мы все поняли. Хорошо, я тогда еще с вами буду разговаривать. Ну, не разговаривать, я разговариваю. Hasta la vista, baby. Тепла, дым, огня. Дотла город. Хит готов. Не, ну звучит красавчик. Сейчас даже неплохо. Спасибо. Хит. Тимурыч, ты красавчик вообще. Вы тоже, пацаны. Красавчик. Давай за послушаем, что получилось. Так сказать, предварительно. Давай. Через стекла, через стекла. Вместо огня дым, вместо огня. И стекла календаря выхвачен день. Падает день. Перемен. Требуют наши сердца. Ну ждите пушку, вообще будет огонь. Ну что, народ, давайте, сколько лайков наберем, чтобы вот такой хитяру выпустить? Давайте мы его наберем, давай, скажи, сколько лайков. Да, ребята, давайте 300 лайков. 300 меньше, лайков, не давайте, меньше, не меньше, да, это просто хит, давайте. Давайте, ребята, надо 300 сделать лайков. 300, и вы услышите это. Услышите ребята. Полностью трек, еще и клип плюс сделаем. Давайте, ребята, ставьте лайки скорее, мы ждем от ваш актив, давайте. Let's go, let's go. Ну все, народ, короче, записали трек. Пацаны, красавцы, главное, нагоните им актив, слушайте пушечку. Как трек
слышал огонь вообще. Конечно. Я не ожидал такого, честно. Трек, да, мы даже сами не ожидали, что он будет такой пушечный, ребят. Ребята, вот такой видос получился, и вот такой трек получился. Вы его услышите, сами знаете. Через 300. 300. Давайте, ребята, актив. Нужен актив, нужен актив. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Продвигайте, пишите комментарии, как вам. Да, что, ребят, получится? Пишите, мы стараемся для вас, делаем новые треки, что-то придумываем. Вот эту рубрику «Два в одном» придумали для вас. Такого еще не было. Мы стараемся, делаем, вот видите, по разным студиям ездим, пишемся, чтобы был лучший звук. И стараемся видосы снимать лучше, меняем там камеры, нужно ваш актив. Спасибо, что сейчас сидите, это смотрите. Ребята, с вас лайк и с нас клип. Так что, ребят, спасибо за просмотр. Подписываемся, ребята, обязательно ставим лайк. И пока!